Заполучив ловкость Ахилла, быстроту Аталанты, смекалку Одиссея и силу Геракла, Феникс была готова ко всему, что могло ожидать ее в будущем. И все? Это все, что у нее было? Ха! Удачи! Завершено золотой шанс. Новое задание «Смутное видение». Оракул уже близко. Желание спасти брата и друзей укрепляло... Закончилась она, свой стена утонул. Ясно. Феникс увидела, как приспешники Тифона загнали незнакомца в угол. Героиню ждал тяжелый бой. О, надеюсь, незнакомца убьют. Так, кинуть нельзя. Поднять нельзя. Ну, это только топором, значит. Либо уворачиваться, за спину забегать. Топор эффективный. Мечом. И верно. Ну, я выхожу. Феникс. Редкое имя. Спасибо за помощь, Феникс. Какая прелесть. Спасибо. Я направляюсь в храм Аполлона, к Оракулу. И я. А, он в той стороне. Чудно. Мне пригодится любая помощь, если мы вместе... Эй! Куда ты делся? Наручи! Грязный воришка! Я спасла тебя! Я тебя понимаю, малыш! И готов для них на вс... Что за вздор? Кто до этого додумался? Уличный акробат или фокусник? Не знаю. Разве смертные не чудо? Так, без наруча мы не можем. У нас нет силы. Как там что-то было написано про стрелы и огонь? Идея разлом, но почему-то его нельзя активировать. Там вот здесь написано, он закрылся. Ладно, потом. Выйди вперед на свет. Тайны, которые мне известны, бесчетны, точно рассыпанные по полу песчинки. Что ты хочешь узнать? О, Оракул! Как
снять проклятие и вернуть обращенным в камень прежний облик. Какой серьезный вопрос. Я не знаю. Это тайна. А как мне вернуть украденные наручи? А, это тоже тайна. Да, вот зачем я здесь. У Оракула. Ага. Ну, вообще-то, я простой жрец. Оракул обратился в камень. Но здесь такой дым, не описать. Как думаешь, рассвет так называется, потому что раз и свет? Ты видел юношу с золотыми волосами? Нет? Пойду я, пожалуй. Что смешного? Ты сказал, подую. Вот умора. Я не могу спасти обращенного в камень брата. Меня обокрал тот, кому я помогла. А ты сидишь и смеешься? Хо-хо, все так и есть. А ты не оракул? О, как пойдешь? Принеси мне поесть. Я так оголодал! Отец твой не тот, кто с детства тебя взрастил. Спешит к горе, где сияет рек венец и трон сил. Чудовище рыщет, за пороки богов стыдит. Но и в душе героя тоже порог сокрыт. Крылатого вестника, помощь приняв, спеши превращением вернуть им их нрав. Жемчуг в море, и в горных огни, и мудрость дитя, герой умом блесни. Старший Фетиды плод отца превзойдет, небесный герой, время вернуться домой. Это же пророчество. Про что? Пророчество? Это же почти творчество, да? Но разве я творец? Стой! Вор! Вот, забирай свои наручи. Они тебе еще пригодятся. Идем со мной. Нет. Слушай, прости, что я их украл. Со мной такое бывает, дурная привычка. Ну что, мир? Ничего подобного. Я искал дар для Оракула, а тебя я тогда не знал и почему-то не взлюбил. Но теперь это не важно. Ну, пойдем же. Мое лицо? Времени мало. Он скоро будет здесь. Кто? Тут есть кое-что, что поможет сбежать на большой остров. Где же эти крылья? Эти? И кто тут вор? Не радуйся, на них пока нельзя летать. Нужно найти другую часть. Что значит летать? Тихо. Еще нам нужен украденный у Иола сосуд. Он что там? Я пока все подготовлю. Принеси мне сосуд на вершину небесной башни. Я не понимаю. Ты в опасности. Позволь помочь. Ладно, но ты ведь говорил раньше... И исчез. Так, теперь хорошо бы понять, как через это пройти. Лук Одиссея плюс 6 от бонусов. Каких-то бонусов. Способности. Так, мы всего лишь 5 читали. Shift удерживать. Бегайте быстрее. При использовании понемногу расходуется выносливость.
В воздухе пробел. Расходует одно отделение шкалы выносливости, чтобы прыгнуть еще раз. При прыжке расходуется сила крыльев Дедала. Использовать силу крыльев в воздухе можно только один раз. Так, комбо мечом. 4 удара. 4 нажатия. Комбо из 3 ударов, наносящая 26 единиц урона и восстанавливающая 60% деления шкалы выносливости за удар. Завершающая комбо из 3 ударов наносит 32 единицы урона и восстанавливает 60% деления шкалы выносливости за удар. Используемая особенность меч Ахилла. Рядом с ничего не подозревающим врагом. F. Атака, наносящая 250 единиц урона и восстанавливающая 300% деления шкалы выносливости за удар. В воздухе 3 кнопки, 3 левой кнопки мыши. Воздушная комбо из 2 ударов, наносящая 20 единиц урона и восстанавливающая 60 единиц деления шкалы выносливости за удар. Завершающая то же самое, только наносит 30 единиц урона. Комбо топором. Shift, левая кнопка мыши, Shift, левая кнопка мыши 3 раза. Комбо из 2 ударов, наносящая 33 единицы урона, оглушение 52 за удар. Завершающая комбо из 2 ударов наносит 41 единицу урона, оглушение 64 за удар. Используемая особенность, плюс 30% урона от комбо топором. Топор, таланты. В воздухе Shift, левая кнопка мыши 3 раза. Воздушная комбо из 2 ударов. Понятно. Удерживайте правую кнопку мыши, плюс левую кнопку мыши удерживать. Нажмите отпустить, чтобы сделать быстрый выстрел, который нанесет 26 единиц урона. Нажмите удерживать, чтобы сделать усиленный выстрел, который нанесет 35 единиц урона. Используемая особенность, плюс 30% урона от выстрелов из лука при полной шкале здоровья. Так, тут все при полной шкале здоровья. Q. Отражайте удары врагов. Идеальное парирование восстанавливает 30% деления шкалы выносливости, оглушение 176. И отражает снаряды. Парировать можно в воздухе. Так, отражает снаряды. Так, в принципе, здесь все прочитали. Дары богов. Сила Геракла. Средняя кнопка мыши удерживать плюс Е. Притягивает объекты, которые можно бросить, нажав и отпустив Е. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы нанести больше урона и эффективнее оглушить врага. При использовании расходуется выносливость. Стрелы Аполлона. Удерживать правую кнопку мыши плюс Е. Выпустить стрелу и управляйте ее полетом, используя мышь. При использовании понемногу расходуется выносливость. С этим разобрались. Так, что там еще было? Карта. Ну, карта нам пока. У нас есть два задания. Найдите сосуд Эола в подземелье Тартара. Получить фрагмент крыльев, пройдя испытание созвездий Небесной Башни. Ладно, пока, наверное, сюда. Теперь надо сдвинуть. Казался непреодолимым, свет бесчисленных звезд вел Феникс вперед. Похоже, ящики тоже умирают. Исцеление.
Так, это надо туда. Путешествуя по царству мертвых, Феникс не могла не думать о матери с отцом. Как они там, в Аргусе? Удалось ли им уцелеть? И Феникс, скучно. Конечно... Появилось чудовище! Гигантское! Но Феникс лишь рассмеялась. Иди к мамочке! Нет! Ты что, хочешь потанцевать? О, вот ведь милаха. Миленькое, игривое чудовище. Вот что ей нужно было, чтобы отвлечься от забот. И в глубине ее большого, ранимого сердца будет теплиться благодарность олимпийцам за этот дар. Ладно, будь по-твоему, только без соплей. Феникс приготовилась к схватке. Чудовище напало. Так, сменить говорил о сосуде Иола. Я думала, бог ветров нарисован снаружи, а не заперт внутри. Неужто там внутри ветер? Это невозможно. Сосуд Иола. Они не дали. Так, разлом прошли, но почему-то нужно еще раз что-то пройти. Квесту.
пройди испытание созвездия в небесной башне. Она осыпается. Может, мне удастся ее проломить? Так, или там где-то надо было ее использовать. Так, он еще на себя должен тянуть. Нет, на себя такой не тянется, слишком тяжелая. Значит, нам пригодится где-то наверху. На пути Феникс задумалась о том, поведают ли звезды когда-нибудь и ее историю. Гермес вечно твердит, что звезды говорят о многом. Но я ничего не слышу. Почему-то я не удивлен. Чтобы забрать ту часть крыльев, нужно найти разгадку. Не ты смотришь на звезды, они на тебя. Так однажды сказала мне провидица Цивилла. Не буду говорить, что было дальше, но звезды были яркие. Тебя обокрали. Да, увы. Но я превратил ее в ягоду можжевельника, так что ночка удалась. Yeah.
Получено монеты Арна. Это Золотой остров. Память о величайшем успехе и величайшей ошибке. Пусть боги примут мое подношение, и я увижу тебя, Икар. Это же крылья Дедала! Должно быть, он все здесь и построил. Все эти храмы. Не могу представить, каково вот так потерять сына. Часть крыльев у меня. И сосуд Иола возвращен из Тартара. Пора встретиться с тем юношей наверху небесной башни. Что, Икар убил не я? Это все крылья Дедала. И где же Дедал теперь? Ага, молчишь. Уверен, Феникс выяснит. Когда-нибудь. Так горит. Что-то другое. Поэтому мы лезем. Сундук. Здесь изображен какое-то снаряжение. Крутится. Так, ну то я и так могу забраться. Ну, интересно, все здесь надо сделать. Либо, может, потом сюда. Потом сюда вернемся. Если что. Пока я без понятия, что нам надо делать. Новое снаряжение, доспех отваги воителя. Плюс одно деление шкалы выносливости. Здоровье, выносливости. Ну, пусть будет это. Персонализация. А, то есть мы можем надеть этот доспех, но при этом он будет выглядеть как этот. Понятно. Берем. 10 защита. Здесь не пишут защиту, здесь пишут. Ты же сказал, что тебе нужно подготовиться. Да, к твоему возвращению. Крылья у тебя? Да. Вот. Никак новые, но что сделать? Что-то новое. Сосуд у тебя? Приготовься открывать. Что это такое? Подлый воришка! Думал, сбежишь от меня? Ты что, украл что-то у него? Говорю же, привычка! Дерзкий мальчишка на побегушках. Ты не заслуживаешь того, что тебе досталось. Мы победим, Тифон! Так же, как раньше!
раньше! Мы? Какие еще мы? Вас больше нет! Феникс, давай! Расправь крылья! Не могу! Тебе! Нам нужно в безопасное место. Что это за тварь? Тифон. Что? Тот самый? Ты ничего не знаешь. Нужно попасть в зал богов. Там поговорим. Готова лететь? Это крылья Дедала. Того самого изобретателя. И? Его сын полетел на них и разбился. Все будет в порядке. Просто не подлетай к Гелиусу и не справляй нужду в зоне турбулентности. Тогда долетишь до острова, не разбившись. Наверное. Сначала ты обокрал меня, а теперь спасаешь. Зачем? Я не особо вслушивался в то, что наболтал Оракул, но если пророчество правдиво, то ты тот герой, который может помешать Тифону переделать мир. Но мы не знаем, обо мне ли оно. Ты постоянно пытаешься всем помочь. А может, тебе самой стоит принять чью-то помощь? Да о чем ты говоришь? Клянусь Мойрами! Как я, крылатый вестник, тебе помогу, если ты не позволяешь. Крылатого вестника помощь. Стой. Крылатый вестник? Ты? О, ты же... Гермес, люблю говорить полуправду, дурачиться и бегать вдоль моря. Ну, пойдем уже. Другим богам нужна наша помощь. Другим богам? То есть легенды правдивы? У тебя с лицом что-то? Вечно челюсть отваливается. Лети на Золотой остров. Встретимся в зале богов. Буду ждать там. С этими словами Гермес исчез. Феникс смотрела на горы и долины Золотого острова, что был по ту сторону пролива. Долгий путь навстречу судьбе ожидал ее впереди. Стой! Это был только пролог? Неужели можно так долго начинать рассказ? Одиссей быстрее домой вернулся. Она вот-вот прыгнет. Молчи и слушай.